Наверное, Ферреру и Яченко стоит поменять местами. Терек в атаке. О, как здорово вот это да! Вы знаете, это стоит. Акинфеев сейчас, наверное, жахнет по штанге. Нет, просто водички выпил. Но вот Маурисио поддержал марку этих... Пас пятки, но это в данном случае не самое важное. Вот здесь смотрите. Ну там для столкновения лбами может быть не так много места. Мало места было, наоборот. Здесь плотность была потеряна. Немножечко старая защита ЦСКА. Но Игнашевич обыграл очень легко Маурисио. Бракамонте. Показывает, что была игра рукой. А счет 4-2. Бросил играть. Бракамонте принял мяч. Совершенно здесь свободны сразу все в этой части атаки. 4-2. Ой. Ну тут не скажешь, почему. Аут. Удар по воротам, ну вот шанс. И мяч в воротах. Вне игры Ли. Устремляются сейчас футболисты Владикавказской Алании к боковому Лайнсмену. Маурисио действительно. Ну теперь Смино. Не исключено, что вне игры действительно было. Я думаю, что с этого повтора ничего мы не разберем. Хотя, ну нет, отсюда не видно. Просто не видно. Маурисио был ближе всех к воротам. Пытается по ходу игры внести изменения, потому что сейчас преимущество у Терека. Маурисио. Асельтаров. Маурисио. Момент. И гол. Гол. 1-1. И самое-то любопытное, что грозненский Терек, проведя вот эту великолепную по исполнению комбинацию, сейчас Гильерми пытается доказать Казьменко, что он зафиксировал... Удар, гол, точно под перекладину, как гвоздь в стену вбивает Маурисио этот мяч. И Терек выходит вперед. 1-0. Достаточно быстрый гол. Это надо записать в плюс хозяевам. Баллисты Томи были против одного защитника, но Зенге сыграл четко. И нарушение правил против Маурисио. Ким Намиль на этот раз на левом фланге. Сместился туда, где обычно
присутствует при начале атак. К поворотам, правда, дело не дошло. Здесь жесткий фол против Маурисио. И кто в первом тайме нервничал излишне, пожалуй, Горчичник схватил необязательный совершенно. Ну и здесь уже борцовский такой прием. Очень. И защитник, пятый номер Феррейра, пришел. Еще один солидный игрок головой. Маурисио. К восторгу трибун. Подача, удар. Ракинфеев в нижней точке. Получился удар. Ведь атака-то хорошая. Вот первая хорошая атака, комбинационная. Терека. Благой. Подача! Гол! Отличная подача! Отличная просто получилась у Благоя Георгиева. И какие-то элементы джиги, если хотите. Да, но Маурисио здесь перевисел в воздухе всех защитников. Смотрите, классная подача Благоя Георгиева. И... А кто же здесь играл по Маурисио? Явно сплоховали. Стандарт. Удар в сторону ворот, мяч попадает в стенку. Здесь попытка пробить падение через себя. Красиво, но не точно. Маурисио поднимается с газона с клуб. Напомню, что тур стартовал сегодня матчем в Перми. Сейчас я сообщу вам результаты трех защитников. Григорьев борется, не толкает соперника против него. Маурисио здорово играет в подкате. Надо подавать. Усиливается. Те разговоры, которые велись в раздевалку, не впустую. Держался на ногах, а видим, мимо двух он мяч прокинул. И направо нужно сделать передачу, а не бить. Направо, направо. Маурисио заряжает, а справа было предложение внизу. В процентном соотношении Терек чаще всего выигрывает. Чаще любой команды другой. Чаще красно-белый. Перевод налево. Зенге. Подача, но это слишком трех передач у московского «Спартака» заканчивается. Таким вот, например, вариант. Маурисио. А вот Терек пытается играть длинно. Подача. Дикань вытащил, но не до конца этот мяч. Да, попал в лицо, судя по всему. А здесь Дикань сыграл блестяще, но и не... По-моему, в свои ворота, кстати, забил мяч. Дмитрий Камбаров. Дзюба. Маурисио. Бьет по воротам. Дзюба. Называется лучший враг хорошего. Так долго подбирал ногу, так долго пытался улучшить позицию, что мяч у него забрали, причем чисто. Игравшие с футболистами, многие из которых сейчас уже являются тренерами. Удар по воротам, но наконец и Терек отметил. Все, и даже честь. Терек горел, как мы помним. 0-4. На слова любому Муслина. Маурисио. О, хороший пас на Бракамонте, выход к воротам. Вот Терек отличается по статистике очень хорошей игрой в концовках каждого из таймов. И вот контратака. Очень опасная. 3 в 3 практически. Теперь нужен точный пас. Павленко. Ох, как здорово на замахе. И удар по воротам. Да, рано забили. Задача выполнена. И, конечно, это такая натяжка, может быть, журналистская. Сказать, что футболисты заразились этим ощущением. Да, здорово. Забили в гостях, уже неплохо. Но, наверное, вот что-то, вот какая-то правда в этом есть. Передача вперед. Курани. Очень хороший первый тайм для Динамо. Смазанное начало. Пропущенный гол, но потом динамовцы выпрямились и конечно, под диктом. Ну и сейчас СПТ задался риторическим вопросом сегодня для Терека. Где страхующий? Вот. Вот заметьте, когда остаются один в один, никто не успевает. Ярослав Гатюр потащил этот пенальти.
неправильно, наверное, будет сказать, что исправил свою ошибку за пропущенный мяч от Юсупова. И кружева, и т.д., и т.п. Вот у «Динамо» сегодня примерно та же самая ситуация. Ну, не знаю, в Испанию «Эркулес», например, «Барселону» обыграл. Ну... В начале прошлого сезона. Нет команд... Тахедов. Очень хорошие отзывы об игре этого молодого футболиста, безусловно, перспективного, раз он в «Рубине». Пусть пока и в молодежной команде, но вот сегодня он. Гвозава, подача, Рыжиков остался в воротах, удар Маурисио. Пусть и с фолом, но удар был нанесен, и Рыжиков. Молодцы болельщики, чахнут, не тухнут, поддерживают эмоционально. Немов. Ну, про атаку Рубина я вообще не говорю, потому что ее в первом тайме практически нет. Гвозава. Маурисио, теперь он слева. Вот там Зенге по флангу набирает. Маурисио бьет! Вот с помощью партнеров сейчас Маурисио нашел возможность для удара. Но это не отменяет того факта, что Маурисио в порядке и на нем достаточно... Ну и все, вот эта атака, она была бесперспективна, потому что Касаев бежал вот параллельно Ансалде, так и продолжил это движение, а в этой зоне уже ждал передачу Владимир Дедюк. Сейчас будет еще одна желтая карточка, и она будет... Владимир Дедюк. Моментов у него практически не было. Ну, так в основном Дедюк работал на команду, а не на себя. Уциев. Побежал Терек. И снова на правом фланге. Уциев забросил штрафную. Отлично. Маурисио. Хорошая передача от Уциева. И Маурисио все правильно делал. Но удар у бразильца не вышел. Чрезвычайно тяжело. 190 сантиметров рост у этого защитника. А вот это дальний удар. Чуть было не залетел в ворот Рубина от ноги. Рыжиков до мяча не дотянулся. В первом тайме был всего таких. Кровь бурлит. Нет, Маурисио, конечно. В разных дивизионах играет. Так, что это у нас? Сольный проход только что вышедшего защитника. А поменяет Ибрич Власькова. Уже не побеждает. Абсолютно логично. Справившись со всеми выпавшими. Рыбу пытались выловить на трансферном рынке в Грозном, но пока не удалось. Классный удар! Ух ты! Вот это да. Маурис, по-моему, не видел толком момент удара. Ему перекрыл все его собственный защитник. И посмотрите, который может придать игре остроту. Эктор Бракамонте, пусть, может быть, немножко постаревший, но все-таки мастеровитый аргентинский нападающий. Ну и Александр Павленко, человек, который очень долго ходил сам. Хотя, возможно, и, честно говоря, я уже не помню, когда Андрей Чернышов был уволен из «Спартака». Прострел. Маурисио, по-моему, получше. Но еще один момент, может быть, неявный, но... Канунников аут сразу, мяч доходит до Старикова, мяч штрафной площадки, очень опасно могло бы быть. Обыграй порезче Кирилл Ковальчук. Мяч отобрал у соперника, да, мы видим уже эпизод с нарушением. Точную передачу, первую передачу при выходе из обороны. Маурисио не проигрывает здесь. Опасно еще раз. Удар, перекладина. Альмира Каиму, который не нравится хозяевам. А это был Ливан. И номер 93. Апти. Снес другого восьмого номера.